Всем добрый вечер, друзья. И вот у нас завершающий матч сборных. Квалификация Евро-2024. Кто-то уже вышел досрочно. Для кого-то это важная игра, а кому-то уже вообще ничего не светит. В общем, у нас отличный поединочек. Испания против Грузии. Вот как раз таки сборная Грузии, к сожалению, ничего уже не светит. Но эта сборная показывает хороший футбол. Это лично мое мнение. Испания идет на первом месте 18 очков. Грузины идут на четвертом месте 8 очков. На втором месте в группе идут шотландцы, 16 очков. И понятное дело то, что Испания и Шотландия уже вышли в плей-офф, но они между собой решают, кто выйдет с первого места. А я напомню то, что грузины сыграли последний матч с шотландцами со счетом 0-2. Два гола забил Хвича Кварацхелия. На дубль Хвичи дублем ответил Мактоминей. 2-2. И очень хороший футбол показывала сборная Грузии. Чуть-чуть не додержали победу. Сборная Испании обыграла Кипр 3-1 в последний матч. А в первом круге между собой была, не знаю даже как это назвать, разгромище. Сборная Испании обыграла Грузию со счетом 7-1. На этот матч букмекеры дают на победу Грузии коэффициент 35. На сборную Испании дают 1-0-9. Мыслишечка, друзья, у меня будет здесь простая. Жду опять красивый, великолепный футбол, причем от двух сборных. Сборная Грузии доказала, что она играет хорошо. Тотал больше 3,5 за 2 и 1. Ну а вы свои мысли, друзья, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Пока.